69-й коктейльный чемпионат стартовал на Кубе. На курорте Варадеро под Гаваной собрались бармены из более чем 60 стран мира. Соревнования на родине мохито и дайкири проводятся перед началом пика туристического сезона. В этом году чемпионат стал первым после пандемии, так что его называют и символом восстановления после кризиса, и знаком того, что, несмотря на санкции США, Кубу не удалось изолировать. Это особо отметил кубинский премьер-министр Мануэль Мореро Крус, который пришел на открытие чемпионата. С начала этого года Кубу уже посетили около миллиона иностранных туристов, а всего ожидают чуть менее 2 миллионов. Это вдвое меньше гостей, чем остров принимал до пандемии коронавируса.